Всем привет, с вами Квина. Давайте пройдем еще одно приключение в игре Hand of Fate. Рука судьбы. Что же рука судьбы нам сегодня покажет? Мы пока что формируем колоду. Видите, слева у нас снаряжение, справа встречи. Так, понимаю, что можем какие-то три новые вставить. Вместо того, что у нас было. Ленел был засаду. Осмотреть, убрать. Убрать осада. Извилистый путь. Смотреть. И что-то дает, непонятно. Так, ущелье покойника. Ага, засада, засада. Секреты. Ладно. Возьмем ее. Так, что у нас тут? Валет пыли. Эту карту можно удалить, лишь победив ее. А, видите, эти карты закрыты замочками. Река, капитан гвардии. Не буду смотреть. Лабиринт ловушек. Интересно. Нападение разбойников. Салк мертвого короля. Интересно, гоблины. Блин, на что поменять? А, ни на что не поменяешь. На выбор дьявола. Ой, что это такое? Я же не посмотрела. Неизвестно, что она скрывает, да? Ладно, пусть будет. Местная крестьянка, пусть будет. Давайте посмотрим, какие здесь улучшения есть. Блин, не посмотрела. 23. Жалко, что надо отдельно их посматривать, чтобы посмотреть, что она делает. 25. Вот это мы лучше внесем. А это сколько? Неизвестно. Ага. Даже так. Средняя броня, броня. И какой-то клевый. А, я думала, это меч, но это контракт наемника. Дамокл. Так, что у нас? У нас дыхание стойкости. Тоже неизвестно. Похоже на щит. Ладно, похоже, мы взяли хорошие вещи. Можно идти в поход. Посмотреть. Показать колоду. Передвинуть их, рассмотреть. Так, назад. Валет черепов. 3-2 черепа и 3 припаса. Это неизвестно. Это, так понимаю, боссы, да? Мы поэтому идем к следующему. Выбрать. Time for you to face my undead army. Meet the Jack of Skulls. Не знаю. Давайте армию undead. Ладно, поехали сюда. Выбрать. Так, формирование колоды. Посмотрим. Та же самая колода у нас осталась, наверное. Да. Начать игру, поехали. I will add my own cards. Добавлю в колоду пару своих карт. How boring life would be. Жизнь скучна без небольших сюрпризов. Лавку добавил, что-то еще я не успела рассмотреть. Да. Туда-сюда, ничего не понятно. Игра жизни и смерти. Подготовься. О, так, инвентарь. Надо одевать что-то, или я уже одетый? Ну, как сказать, ржавым топором? Несерьезно. Дева, отлично. Встречи с великими так ли редки? Твой путь снова пересекаться с Меритой. Это редкая удача. А может быть, события проходят новый круг, и мы снова окунаемся в одни и те же воспоминания. Ну да. Так, она там спрашивает, что мы хотим. Долгой жизни, то есть жизнь улучшит. Ну, непонятно, может ли она быть больше 100. Попросить припасов. Припасы равны нашим ходам, поэтому... Или золото, на котором можем что-то купить. Ну, наверное, мы возьмем припасы. Этот хлеб насыпет тебя на много дней, говорит дева.
Сдающий дает вам карту 2 пищи и карту добычи. 5 единиц пищи. I'm sure you are grateful for that. Должен благодарить меня. И 3 единицы. Ну, в первый раз было лучше, но тоже неплохо. Так, я могу выбирать, куда ходить. Да. Можно назад пойти. Можно сюда пойти. Пойдем сюда. О, еще и Лионел. Зачем же ты оставляешь эту карту, чтобы побыстрее заполучить щит? Мы уже его встречали в прошлой серии. Так, спросить, что ему нужно. Нужно, хочу тебе помочь. Щит дал. Сильная левая рука не менее важна, чем сильная правая. Но мы, кстати, без щита были в самом начале. У нас был... Опа-па, что это? Всегда думал, что лучше не влезать в проблемы других. Похоже, ты иное мнение. Эта фишка может стать твоей, если ты победишь. Впереди раздается крик и слышен шум сражения. Вы бросаетесь вперед и видите воина, окруженного нежитью. О. Два черепа и два черепа. 4. Незнакомец зовет он вас и бросает вам свое оружие. Вот вам моя булава. Покончите с этими отродьями. Булаву дадут? 27. Хорошо. Снаряжение с такой особенностью, как ни одно другое, нагоняет страх на нежить. Она получает дополнительный урон и не может быть воскрешена вблизи этих святых реликвий. Она нежить. Она получает дополнительный урон и не может быть воскрешена. Хорошо. Так. Отлично. Экипирована. Желаете экипировать карту булава? Да. Ты уверен, что так стоит поступить? Сейчас пойдем махать булавой направо и налево. Ну, поехали. Долго грузится. Ничего. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну. О, уворачиваемся, я не помню. Вороты. А теперь можно платить долгой жизни. Я не помню, ворота вроде Б были. Ну, это токен мы получили. Спасибо, что покончили с ними. Булаву оставьте себе. У нас в Кадере таких достаточно, говорит он, медленно поднимаясь на ноги. До нас дошли слухи о том, что в королевстве появилась нежить, и я решил лично расследовать это дело. Ну, неудачно у тебя было расследование, честно говоря. Он осматривает обломки костей вокруг. Тут их больше, чем я ожидал. Видимо, здесь поселилось очень могущественное зло, а с ним пришли его слуги. Мне надо возвращаться в столицу и обо всем доложить герцогу. Будьте осторожны, путник. Здесь таится гораздо большая опасность, чем эти скелеты. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Token is yours. Well done. А это фишки, они дают наборы карт. Так, последняя. Лестница. Переход в следующий уровень. Спускайся ниже, если осмелишься. Спускаюсь. Many have reached this far. Многие доходили сюда и даже дальше думают, что лучше. I do not know if you have what it takes to do better than they did. Река, новая карта, кстати. Win this and claim my token. Путь вам преграждает река, вода прозрачная, но течение быстрое. О, огромный успех, успех. A choice. Select your desire. Фух. Я хотела выбрать сначала вторую, как в прошлые разы, но решила, что это будет страшно, а был бы огромный успех. В легкой броне перед Бутлеку относительно несложно. К тому моменту, как вы достигаете другого берега, вы замерзли, промокли, но зато вы целы невредимы. Я не получила токен. Как так? Я же переплыла. It lives in every game. Оно живо в каждой игре, это мгновение, с которого все начинается. Я всю жизнь имею дело с этими картами.
Все это время здесь был этот каньон. Вы видите клинок, сверкающий солнцем. Он лежит рядом со скелетом на дне отвесного ущелья. Стены ущелья увиты плющом. Спуститься по ним легче легкого. Конечно. Тут, видите, 3-1. Хорошо. Жалко, что не огромный успех. Получилось. Очень осторожно спускайтесь на дно ущелья и забирайте оружие с трупом. Вытяните карту. 1 карта оружия. Топор 25. Нет. Не экипировать. Так, что у нас в инвентаре? Булава. Топор 25. Булава со святостью. Ой, это уж нет, спасибочки. Так, хэм-пэм-пэм. Лестница. Deeper towards our foe. Нить по следам твоего разницы. Разума, типа лестницы. Поехали дальше. Good. Now all you need to do is find and kill the Jack of Skulls, и мы продолжим игру. Нападение разбойников. Местные разбойники хотят выразить свои... Что не успел? Внезапно на вас нападает банда разбойников. Король пыли не позволит безнаказанно убивать его людей. Сдающий дает вам 1 карту монстра. Целые 3 штуки. Игрик у ворота. Блин, срочно надо нажимать на все, что я могу. Я нашла кнопку у воротов. Убегаем. Ну, он же размахивался, я могла успеть. Конечно, не смертельно, но нам еще босса вбивать, если вы помните. Так, добычу мы нашли. 15 золотых, неплохо. Интересно, что мы на них можем купить, теоретически. О, лавка. Отлично. Даже что-то купим. В тенистой роще в стороне от тракта вы встречаете бродячего торговца, который рад совершить сделку спутником. Конечно, подойти к прилавку. Приветствую, добрый человек. У меня найдется немало полезного для вас. Я бы какое-нибудь снаряжение купила. Смотри, здоровье у нас увеличилось. Если ты задумывался, зачем ты собираешь все это золото, вот теперь тебе ответ. Мы подошли к самому сердцу этой игры. Пробежка от награды до приобретения всяких штук. Купить, продать. Давайте продадим предметы. Топор. Да, продать. Да. A peasant's weapon, but effective nonetheless. Так, лечить раны, купить еды. Да, пока есть. Купить предметы. Нам нужно пищу купить, чтобы ее хватило до того, пока мы не убили босса. Понятно. Так, колпак интеллекта. А, исцеление. Эффект любого лечения для игрока удваивается. Какие у нас лечения есть? Аура. Каждый удачный удар будет приносить золото. Вау, какая прикольная штука. Но у нас денег мало. Топор 25, щит 7. Сорок. Лечить раны, интересно, сколько. Вести из них здоровье. А, получить. 15 дней здоровья за 10 долларов. За 8-10 это 15. A little extra health, but it is only a momentary respite. Еды, интересно, сколько стоит? 1 единица еды стоит 4 доллара.
Ладно, у нас всего хватает. Да. Я просто надеюсь, что может еще раз Лавка встретиться. Зал мертвого короля. Интересно, опять Толкин. В главном погребальном зале вы видите древний, богато украшенный саркофаг. Наверняка в нем хранятся огромные сокровища, но их охраняют. Тянут две карты монстров. Да. Попробую застать, блин. Ребята, давайте, сосредоточьтесь. Мне нужно повезти. Хотя, какие ребята? Давай! Ура! Ура! Мы застали его врасплох. Вы, как молния, кидаетесь в бой, убив одного из противника раньше, чем вас успели заметить. Ура! Одного убили. Я должна решить, кто мне лучше. Ну, два, давай оставим. Да, я правильно выбрал. Тут у нас получается эти как комбинации, да? Круто, круто. Всех размочили. Размотали. Замочили. Бдыщ. 75 здоровья. Печально. Они успели меня поранить. Вы обыскиваете помещение и забираете все ценное. Сдающий дает вам карту. Три карты добычи. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Ура! Одно снаряжение. Средняя броня. Ура! Средняя со всех сторон. Не заслуживает комплимента. Поздравляю. Желаете? Доспехи защищают от удара. Чем лучше броня, тем лучше она это делает. Оу, 10 единиц. Мы можем еще бродить 15 золотых, но нифига себе. Мы теперь можем спрыгнуть назад и купить что-то там. За 30 было. Что там было за 30? За 40 была такая штука, которую я хотела. Ауру какую-то. За каждый удачный удар получаешь денежка. А здесь за 30 что-то было, что я хочу купить. Ну, то есть давайте хотя бы что-то купим, да? Может, у него даже что-то обновилось. Ага, обновилось. Так, цепи ярости. Защита средняя. Если время боя вы получаете урон от луков и магических жезлов, появляется шанс перезарядить предметы. Так, шлем исследователя раскрывает проход по лестнице при входе на уровень, а также приносит золото за каждое событие на уровне. Хорошая штука, мне нравится. Так, здесь дамокл, правый бампер, чтобы метнуть ножи в 8 разных направлений. Классная штука, тут золото недостаточно. Средняя броня уже купили, давайте купим шлем исследователя. Small aid to navigation, but still. Так, пока что все тихо, спокойно и радостно. Но нам еще надо убить монстра. Ага, за каждый проход мы еще и лечимся. Отлично, я поняла. Лабиринт ловушек. A cave, пещера, traps, ловушка and the hope и тень of сокровищ. It's all I could ask for and more. То, что вы хотите, и даже больше. Значит, сокровищницу гоблинов желаете войти? Да. Очень хочу победить в этом. Ну, войти в пещеру. Она будет реальная? Я думала, вот эти вероятности какие-то будут. О!
Ставки растут, сама местность готова сражаться против тебя. Beware of my traps. Будь осторожен. Так, а здесь какие-то ловушки опасные. На красный, наверное, не надо наступать. Перепрыгнуть. Ну! Сколько здоровья потеряла из этой фигни. Ну, это тоже опыт. Что там у нас интересного? Ничего хорошего, наверное. Чуть не задели. Не разбиваются. Ладно. Так, а здесь, видимо, так, лыжи, ага. Впереди что-то совсем не радостное. Так. Бежали. Это сокровище? Руки спят. Преодолев ловушки, вы забираете содержимое сундука. Сдающий дает вам карту, 3 карты добычи. 25 золотых, нифига себе. 30 золотых, черт. 25 золотых. Я хочу опять пойти в магазинчик. Давайте еще что-нибудь купим. Так, пища у нас 13. Подойти к прилавку. Зато золото куча. Давайте купим всего. Может, пищи чуть-чуть купим. Ну, там, на то, что останется. Предметы. Урон. Если от луков и магических, то это не очень. Стоимость 10.25. О, вот это я хочу. Чтобы создать ауру, благодаря которой каждый удачный удар будет приносить золото. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. Фигня. Это цепь ярости. Ну ладно. А продать? Здесь что продать? Нет, лечить раны. Давайте еды купим. Одна единица пищи, 10 единиц пищи за 30 долларов. Мы сейчас можем 10 ходов сделать. Ну, давайте. Да. В принципе, деньги мы будем зарабатывать, учитывая, что у нас какой-то контракт наемника есть. Так. Вот артефакты. Правый бампер надо не забывать нажать. Когда мы... Ну, это контратаки, блин. С контратаками я не очень дружу. Лестница, наверное. Нет, валет черепов. Вот это вот печально. Нежить всех героев нашей игры — это самые опасные. Хоть и среди живых, но уже мертвы. Ошибка, недоразумение природы. Мы нашли валета черепов.
целые две марки дают. Ага. Он не будет раскидывать врагов, да? Просто накинет нас туда. Черепа 4 штуки. Я поняла. И валять череп. Ну что, надо было здоровье купить? Выстрелы из ружья и отбить не получится, постарайтесь избивать их. Ты же достаточно проворен. Артефакт. Ай, блин. Так, они... Блин, у меня же булава святая. Почему они воскрешаются? Они, по-моему, воскрешались от этой штуки, да? Сколько можно вас бить? Это победа. Победа. Молодец. Well, нет, правда, well, очень хорошо. Но вы потревожили правых мертвых, и теперь я даже не знаю, чем все это закончится. Надо посмотрим, какие милые карты получили. Ставки растут, и все становится более интересно. Хватит ли твоих новых умений, чтобы выжить? Хороший вопрос, не правда ли? За помощь капитана гвардии вы получаете следующее. Булаву. И булаву. Хорошо. За вылазку задал мертвого корабля вы получаете сундук с сокровищами. Карта с сокровищами. Хорошо. Хотя, может быть, там наверняка враги будут. За исследование лабиринта ловушек вы получаете следующее. Колпак собирательства. В качестве награды за победу над моим валетом скелета ты получаешь эти новые карты. Горнила с меткой, дама пыли, которую мы еще не находили, наверное, это босс новый. Любезный жрец, это хорошо, тоже все с метками, видите. Буря в пустыне, знакомое название, если вы понимаете, о чем я. Так, буря в пустыне, наверное, какое-то событие, где надо морды всем бить. В качестве награды за победу над моим валетом скелетов, да, шлем. Сопряжатель, сопряжение, какой-то шлем новый. Вспомогать все поглощающий стыд. Крыло ангела, одежка и морозный клык. Прикольно. Новое оружие. Дадим еще раз? Ну, может быть, в следующий раз. Спасибо всем, кто был со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока-пока-пока.